Слышь, чувак, попробуй горшиш это или не горшиш. Да это говно. Вот и я думаю, откуда у меня в жопе горшиш? Где тот пузырь, который у нас оставался? Ты чё? Мы же вчера поминали твоего папу. Тут-то я смотрю, папы нет. Мама, я больше никогда не буду есть грибы. Почему, сынок? Я им обещал. Что кушаю? Ну, Юлю, все. Миленькая моя, можно я схожу сегодня в бар? Попью пиво. Мой пупсик хочет пиво. Смотри, я тебе купила темного, светлого, баночного и даже безалкогольного. А там же в баре к пиву подают такие закусочки. Я купила тебе закусочки. Зайчик, смотри. Рыбку купила, сухарики купила. Ты мой тигр. Там в баре, там же... особенная атмосфера. Там даже можно ругаться матом. Ты хочешь атмосферки? Ага. Быстро пей свое ебаное пиво из своего блядского холодного стакана. Жри вот эту вот хуйню, но в бар ты сегодня не пойдешь. Понял? Чмо. Ну чё, тётя, заходи, раз пришла. Кто там? Милиция. А что надо? Поговорить. А сколько вас? Двое. Ну вот и поговорите. Я за тобой. Ну, может, курнем? Пойдем? Что такое курнем? Да, оброк. Ну все, пошел. Я за тобой.
Нет. Ты садись. Сейчас по паровозу и пойдем. По паровозу? По паровозу. Ну че? О, опять ты. Курнем? Я пошла.